Знаешь, в последнее время мы не часто видимся с мэром. Я знаю, но не переживай. Сегодня я послала лучшую ученицу. Единственную ученицу. Единственную ученицу. Starlight Glimmer на крайне важную миссию дружбы по доставке кофе в офис мэра. И когда мы до туда доберемся, мэр уже будет в курсе и рада нас видеть. О боже, Starlight, зачем ты это сделала? Зачем ты положила марбу в ее кофе? Я думала, это конфета, зачем ты свернула ей шею? Кто кладет конфеты в кофе, Трикси? Зачем? Я пыталась применить метод Геймлиха. Но он не так... И признаю, я немного ошиблась. В метод Геймлиха не включают позвоночник или шею. Может, оно в порядке. Ты видишь крестики в ее глазах? Это могут быть плюсики. Это значит, она мертва. Или же, что она пьяна? Она не пьяна! А этого мы не знаем. Мы должны избавиться от тела. Starlight, используй свою магию разума, чтобы все забыли о том, что мэр вообще когда-то жила. Я не должна использовать свою магию вот так вот. Ты не должна совершать убийства! Ну так Twilight меня простит. За убийство? Ну да. Однажды я вообще всех убила, и она простила мне это. Правда? Да, пацан, которого я знала в детстве, переехал, потому что менял школу. Вот это меня полностью оправдало. Блин, это правда что ли? Да, моя мать избивала меня, пока я не сбежала из дома, при этом я вообще никого не убила. Ну так попробуй, это расслабляет. Это стресс! Твайлайт простила тебе такое, меня она никогда не прощала. Ну, мы исправили все эти убийства, так что в итоге никто не пострадал. И нельзя сказать, что я прямо знала, что всех убила. А это исправить можешь? Можешь? Ну, в принципе, возможно. Но нам нужно отправиться в Кристальный Империю за Кристальным Сердцем. Это сильный источник жизненной магии, знаешь? Да, конечно, Кристальный, неважно, слушай. Я спрячу тело в своей повозке. Сделай так, чтобы все забыли про мэра и не задавали вопросов. Мы пойдем в Кристальную фигню. И затем исправим это, и все будет так же, как и со всеми остальными твоими убийствами. Ну, не то чтобы всеми. Starlight! И Трикси. Блин, ненавижу этот стол. Вау. Просто дерьмо. Дерьмовый стол. Как всегда приятно. Привет, Твайлайт. Привет, лучшая ученица. Единственная ученица. Да. Что же привело тебя в эту абсолютно пустую комнату? Кроме нас двоих оставшихся здесь. В живых. В живых. Я здесь, чтобы поговорить с... Это... Пони, которая... Ну, она управляет городом. Оу. Так это ты и есть? Я? Ага. Ведь ты принцесса, и у тебя есть замок, следовательно, ты в деле. Правда? О боже, прямо как во сне, когда я записалась на занятия, но забыла о них, а уже день экзамена. Да, тебе явно светит двойка за такую работу. Starlight, сделай что-нибудь. Окей. Так, чем же именно ты занималась в качестве принцессы? Ну, только за этот год я спасла не меньше 15 дружб. И за большинством даже не пришлось далеко ходить. Да, но если тебе кажется, что ты мало работаешь, то, не хочу звучать я грубо, то что делаешь ты глупо. Правка нитей социальных, трата времени банально. Царственность намного шире, чем проблемки 3-4. Роль твоя — это судейство, в этом куда больше действа. Споры все насчет земель в руках твоих. Их лежат теперь, коль чужеземцы к нам прорвутся, их тебе сдержать придется. Если позволишь прерваться, тут есть одна поправка, которая гласит, что ты должна уважать потребности всех вышеупомянутых. В документе говорится, что ни один свободный пони может быть арестован, лишен своего имущества, свобод или уничтожен другим способом до передачи его под суд присяжных. То есть, если думаешь, что мы кого-то убили, то докажи это. Ты ж не скажешь, что убили, упреки ложными вдруг были. Эшафот, где нас повесит, грех с тобою не разделит. Это просто лишь догадка ради лекции остатка. Нападки отложи до будней, твержу лишь, будь благоразумней. Сомневаюсь, что я хоть что-нибудь выучила из твоей песни, Starlight. Ну так я лишь ученик, не учитель. Ну да ладно, всего хорошего, пока. Переведено и озвучено каналом Gearsy Septima. Лайк и подписка приветствуются. Спасибо за просмотр.